Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать свой заказ с Алиэкспресс. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Недавно я сделала из роз вот такую деревце. Вот. Повторно заказала такие же розы, но я немножко ошиблась, цвет другой. Все равно я заказывала еще такие, такого цвета. Придет, я вот буду добавлять. Кстати, спасибо за советы. Обязательно вот примену к этому дереву. Тут явно листочков не хватает. И сделаю что-нибудь с горшком. Этот продавец всегда пакует или коробкой из пенопласта. Отлично все пакует. Я очень довольна этим продавцом. Всегда положит какой-нибудь подарок. Вот такие розы. Розы отличные. Смотрите. Шикарные розы, вот. Качество на высшем уровне, и листочки тоже отличные. Вот так сдалека, как будто это настоящая роза, смотрится реалистично. Кстати, с этих роз можно сделать букеты для банкетных столов. Я заказывала у него фоны, вот эти цветочки, которые собираются в фон. Очень довольна, заказывала еще у него, придут мои заказы. Вот. Ссылка будет в описании. Заходите, смотрите. Смотрите, такие розы прям огромные. Шикарные розы. А для создания букета дублер тоже вариант. Сейчас покажу цветы, которые заказывала на фон. Вот эти цветы заказывала. Собирается, и можно сделать фотозону отлично. Я очень довольна этими цветами. Красиво очень. Я заказывала очень много, и можно соединить вот эти цветы и сделать сплошной фон из цветов, уже без штор. Красиво будет смотреться. На этом все. Всем спасибо и всем пока.